приезжала тетя, уже тоже с двумя детьми, которые не боятся уже собак, не боятся. Достаточно смело все. Вот. Пришли смотреть собачку. Собачку, баллон, двух баллонов. До этого, значит, месяц-полтора мозг компенсировали, переписывали все, рассказывали, показывали. И кино показывали, и показывали ей фотографии, и черт его знает что. Приехала тетя, значит, и все по новой. И все по новой. Вот, чем кормить, чем поить. Такой хвост, какие зубы, что в ушах. Про слезные дорожки из глаз. Слезные дорожки из глаз. Ну, в общем, значит, побегать, попрыгать. Резвились. В конце концов, ну вот, спросила, я спрашиваю, ну вы вообще что приехали-то? Просто посмотреть, что ли, опять? Или же будете что-то брать? Да, мы приехали посмотреть, теперь мы будем думать. Понимаешь, они будут теперь думать. Ковпак думать будет. Да, понимаешь, они теперь будут думать. Ну, думайте. Я думаю, значит, если они приехали думать, будут, значит, надо как-то, вот, пора бы сворачивать этот цирк. Значит, опять же, дебильный вопрос про прививку. Значит, щенку 2 месяца, опять же. То есть, прививки еще не сделано, значит, это самое, надо покупать тогда, когда будут сделаны все прививки. Я говорю, вы понимаете, что вы мерите-то? Это все прививки будут сделаны, когда собаке будет уже почти 3,5 месяца. Тогда и закончатся все карантины. И кто будет держать этого щенка до этого периода? Правда, говорю, что за ваши деньги 3 года. Оплачивайте. Мы питомники поддержим этого щенка. Нет, нафиг. Ну вот. Это только для иностранцев питомники держать. То есть люди фактически это самое... Вот всю информацию, которую я читаю, ты с ними там прыгаешь и бегаешь в интернете, и вокруг них там пляшешь, как правило, не воспринимают вообще никак. Потому что туда приезжают как белый лист. И все начинается по новой. Ну вот и все. Вот тетенька уехала, теперь будет думать. Я сказал, что тетенька, вы можете думать сколько угодно, но у нас принято так. Кто приехал, кто купил или проплатил, сделал оплату, то есть залог внес, значит, тот и покупатель. Все, до свидания. Выпроводил тетеньку, тетенька думать пошла.